дважды Герой Советского Союза, почетный гражданин Бобруйска. Он возглавлял освобождавшую наш город на Березине 65-ю армию со дня ее создания и до окончания войны. Это все о Павле Ивановиче Батове. Павел Иванович родился 1 июня 1897 года в деревне Филисово Рыбинского уезда Ярославской губернии в бедной крестьянской семье. С 13 лет жил в Санкт-Петербурге, где нанялся на работу в торговый дом братьев Леоновых. Экстерном сдал экзамены за 6 классов. С 1916 года принимал участие в боевых действиях Первой мировой войны на Северном фронте, находясь на должности командира отделения разведчиков. За отличие в боях награжден двумя Георгиевскими крестами и двумя медалями. С началом Великой Отечественной войны Батов организовал противодесантную оборону Крымского полуострова. Впереди было много сражений и побед, за плечами много освобождаемых городов. До сих пор удивляет стремительность наступления на Бобруйск, начавшийся 24 июня 1944 года. В первый день 65-я армия прорвала оборону, совершенно ошеломленного таким маневром противника на глубину 10 километров. В прорыв был введен танковый корпус. В своих мемуарах Батов писал, что, выбирая направление главного удара, командование все больше и внимательнее присматривалось к болотам на левом фланге и в центре оперативного построения армии, где располагался 18-й корпус генерала Иванова. И именно там, где противник не ожидал, решили наступать. Для этого по совету уроженцы Бобруйщины изготовили несколько десятков лыж из лозы, макроступов, в которых разведчики могли быстрее пройти белорусскую трясину. 27 июня были перехвачены дороги, ведущие из города на север-запад. И в тот же день начался штурм хорошо укрепленного опорного пункта. Бобруйская операция завершилась уничтожением немецких 35-го армейского и 41-го танкового корпусов. Таким образом, освобождение Бобруйска заняло меньше недели. В 10:00 29 июня 1944 года начался последний штурм Бобруйска. И в этот же день Павлу Ивановичу было присвоено звание генерал-полковника. Совсем не случайно в 1945-м на балу победителей в Москве Сталин, представляя иностранным гостям и союзным военачальникам советских командующих фронтами и армиями, назвал его нашим маленьким Суворовым. Конечно, столь высокая оценка была дана и потому, что верховный главнокомандующий знал, что решающую роль в легендарной операции «Багратион» играла 65-я армия Батова. Весь Рокоссовский передал в его подчинение танковые, кавалерийские, стрелковые корпуса и оперативном отношении 16-ю воздушную армию, освобождавшей и Бобруйск. Генерал Батов участвовал в освобождении нашего города Бобруйска. Павел Иванович Батов пробирался в освобождении Бобруйска, пробирался через болото на макроступах. Он участвовал в освобождении города Бобруйска и освободил его. Генерал Батов дважды Герой Советского Союза. Сегодня не только улицы нашего города, но и современная 35-я школа справедливо носит имя Павла Ивановича Батова.